Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, давай-ка посмотрим, какие у нас тут задания. Так, подожди-ка, вот у нас третий пока недоступно. Уничтожить 5 растений и нанесите 20 единиц урона зеленой тенью. Так, ну что же, пойдем за зеленую тень тогда, наверное, поиграем. Я думаю, что от этого будет какой-то толк. Так, вот она тень. Берем колоду номер 4 и пытаемся победить нашего противника. Так, я надеюсь, с поиском все нормально сегодня будет. Да, отлично. Я думал, будем 3 часа искать с тобой, но нет, все пошло хорошо. И дают нам 26 ранг в противовес моему. Ну, давай глянем, что у нас тут получится. Так, вот это уберем. Отлично. Так, дали мне ураганчик. Ну, начнем. Так. Ну, давай. Давай сделаем. Так, таким вот образом. Посмотрим, что он будет тут предъявлять нам. Если он сейчас подставит какое-нибудь надгробие, мы его сдуем. Так, ну что, сдуваем тогда его, да? И сделаем, пожалуй, вот так. Вон кто у него, пират. Ну что, поехали. Прекрасно. Так, если он сейчас опять поставит этого чувачка, мы его сдуем. Да, пожалуй, мы так и сделаем. Или что? Или подожди. А может быть, нам сделать вот так вот? Давай-ка я попробую вот так вот сыграть. Так, ребят, извините, я еще не выздоровел до конца. Кашель очень сильно меня мучает. Так что накрывается, наверное, наш стрим. Ребят, что это за фигня? Почему три этих? Три выкидыша мне дали, блин. Ну, так дело не пойдет. Выбрасываем его. Так, у нас срабатывает сейчас блок, по идее. И что у нас тут? О, слушай, это... это будет хорошее подспорье. Так, у него остается 8 хп. Он сдался. Он даже мне не дал, ребята, 20 единиц урона нанести. К сожалению. Ну, ничего страшного. Сейчас добьем, надеюсь. Сколько нам нужно? 8 единиц, да? Добить. Как вкусно. Каркаде заваривал. Потому что когда горяченький каркаде пьешь, гибискус, его еще так называют, тебе сразу становится легче. Так, ну что, в принципе. О, нормалек. Нормалек. Значит, у нас есть возможность поставить этого парня, боксера. Подожди, нет. Блин, вот кто у него там, а? Что у него за колода? Что у него там может быть? Не знаю, давай сделаем так, наверное. Ага. У него пират, друзья. У него пират. А что мы можем сделать? Как мы можем перекрыть? Теперь это будет проблема для меня. Он рассчитывает на какое-то заклинание, да? Да, друзья, он рассчитывает на какое-то заклинание. И какой же он может сделать? Он прячет в надгробие. Это его дело. Вот это надо будет потом обязательно, ребята, выкинуть.
Вот чтобы ты не стало. Как бы он нам там не нужен. Так, а у меня еще один, да, выпадает. Ну что, если я сделаю вот так вот? И... кто у него там может быть? У него, скорее всего, там с прочерком сейчас будет. Ладно, поехали. Вообще великолепно. Если ты хочешь знать мое мнение, то вообще великолепно. Сейчас еще этих двух дурачков выставить, да, на поле. А может быть, оно и к лучшему, ребят. Если у него нет кровожадности. Если кровожадность повесит, то... будет не совсем хорошо. Так, тут заклинаху вытягивает. Так, а это, ну я так и думал, прочерк, ребят. Что тут может быть еще? И кровожадность есть. Ну ладно. Он сам напросился на это. Так, ну что, по центру бьем, да? Бьем по центру, потом выкидываем этого хамона. И в принципе, наверное, все. Двадцать единиц урона мы нанесли. Так, выкинули. Ударили. Ну и смотрим, что он сейчас будет делать. Как по мне, здесь шансов мало вообще выиграть. Все, он сдался. Там действительно без вариантов. Ну что ж, великолепно. Зеленая тень у нас выиграла. А мы двигаемся дальше. И у нас уничтожить 5 растений. Так, ну кто у нас там самый лютый уничтожитель растений? Скажи-ка мне на милость. Можно попробовать за разгрома сыграть. Можно попробовать сыграть за... да много за кого можно сыграть, но здесь нам выпадает травяной кулак. Ой-ой-ой, что так резко-то? Да вы серьезно, что ли? Блин, 6-7, ну куда? Ну куда, ребята, 6-7, ну. Это ни в какие ворота не лезет. По-моему, я здесь встрял. Если я думаю о том, что сейчас будет, то это будет очень отвратительно. Так, что же ты задумал, парень? Один и два, да? Можно сделать вот так вот. Давай просто проверим. Нам вот этого главное вальнуть. Опа, кого-то будет усилять. А, вот. Вот он что делает, ребят. Блин. Не очень, конечно, удобно, не очень приятно. Ребят, мне некого взять. Вот в чем проблема, блин. Ну что я могу только? Горошину эту уничтожить. А смысл? Тогда вот эту уничтожать придется. Но это не вариант. Это, ребят, не вариант вообще. Ой, смотри сам, что у нас получается. Так, ну здесь срабатывает броня. На этого выкинем отсюда. Так, что дальше делать? Есть защита. У него может быть удар по земле. Тогда это, естественно, дуплица у меня.
Все намного хуже, друзья мои. Вытянем ли мы? Два раза бомбит. Сам видишь. Не выходит у меня, ребят, ничего. Так, выставил этого еще сюда, гаденыша, да? Видишь, мне просто гаргантюашки. Очень-очень дорогие карты выпали сразу. И, здесь я сделать ничего не мог. Эти орехи он, ребят, специально взял для того, чтобы... Ну, что это мне дает? Ничего. Были бы немножко полегче карты хотя бы, да? Можно было бы здесь разгуляться и разнести его в пух и прах. Но не вот с этим вот, что у меня изначально тут в руке выпало. Так что давай мы, наверное, попробуем все-таки за нашего бесенка отыграться. У него много таких слабеньких карт, но довольно эффективных, скажем так. Так, ну что, мы нашли зубостезилу. Причем все противники выше меня на 2-3 ранга. Только один, по-моему, нам выпал 28-й. Ну что такое, ну что, ну... В данный момент, ну это же вообще не в тему, ребят. Давай попробуем. Сделаем, так сказать, затравочку для этого. И посмотрим, что он выставит. Отлично. Отлично. Я считаю, неплохой обмен. Как по мне. Да я, наверное, пропущу ход здесь пока. Так, что он хочет этим доказать мне? Скажи-ка на милость, а? Если я его сюда поставлю, это будет кранты, верно же? Хотя почему? Это будет нормально. Это будет хорошо. Он прикрывает, ребят, своих этих. Но он не спасет этот цветочек. Это я тебе точно скажу. Поехали. Так, и бумкаем. И прячемся опять в мудлуку. Вот такой у нас получается расклад пока. Так, ну что, а дальше делаем вот таким вот образом. Он опять за свои эти орехи. Ну, понятное дело, что мы его снесем сейчас. И тут я тебе скажу следующее. По-моему, шансов у него очень мало. Потому что я сюда сейчас поставлю нашего заморозка. А так как мы знаем, могилоедов у него нету, у зубостезилы. Ну, только так вот он может делать. Это максимум, что он может сделать. Это, так скажем, его максимум. У него есть бомбочки, он может бомбочками. Грушей тоже самый воспользоваться. Извините, ребят. Вот это тупо было. Сейчас мы пробьем ему лицо, поставим здесь какого-то зомби. Кто там у нас? О-о-о-о. Парень, а тебе, по-моему, не повезло. Тебе, по-моему, не повезло. Причем, да, ребят, он сразу сдался. Но тут бесполезно драться. Это как я вот гаргантюахой дрался. Ну никак нельзя, ребят, не получается. И здесь у него то же самое. Без шансов. Так, и у нас, по-моему, еще есть обычная сюрприз. Во, давай-ка почитаем.
Этот бой пройдет быстрее обычного. Оба игрока получают плюс 2 единицы солнца или мозгов и дополнительную карту. Используйте стратегическую колоду Цитрона «Великая стена», чтобы получить дополнительное преимущество. Великая стена. Хорошо, я буду играть против бесенка. Слушай, так круто надавали всего, прям нет слов. Опа, смотри, что делает. Ладно, жучара. Блин, Цитрон, ты же не умеешь хиляться, да? Вылезла, а? Давай сделай вот так вот. И вот так. Сейчас мы ему 6 в лицо пропишем. У нас уже 11. Так, ну что, здесь нам поможет только лишь... Так, ты хочешь сказать, что у тебя там кровожадность? Я не поверю в это. А кто его знает, а вдруг действительно кровожадность? Давай так поставим. Пошел, пошел, пошел прокачивать. Блок. Отлично. Так, у нас... Блин, он же сейчас в лицо звезданет. Он в любом случае, да, звезданет в лицо мне. Он, ребят, в любом случае мне в лицо звезданет. Что так, тут как ни крути. Ну, прокачивает, да, прокачивает, я не спорю. Так, следующая карта, которой мы воспользуемся, какая у нас будет? Вот это, да? Нифига, ребят, не это. Нам надо что-то другое думать. Слушай, а ты не заколебал ли, а, паренек? Наверняка там прочерк будет. Вот чувствую, друзья, там будет прочерк. Блин, ну и не хочется получить в лицо. Ну давай так попробуем, блин, я не знаю, что там может быть. Сейчас еще в лицо даст мне, блин, прокачает его. Давай смотреть. Ты прикинь, он пирата поставил куда с прочерком. Ребята, все, мне кранты. Если бы он здесь бы вот стоял бы, тогда да. А он его послал первым. Тут бы ничего не сделал. Ну что же, я в принципе догадывался, что так будет. Давай мы тогда с тобой еще одну партию сыграем. За... за кого? За растение, наверное, да? За растение, например, за... за бабаха. Мы за него давно, по-моему, не играли. И я думаю, что будет справедливо сыграть за него партийку. Ранг у меня, ребята, 35, как вы видите. Еще маленький. Я еще малыш. Так, против рыжавого разряда выступаем, да? Против ржавого разряда. Что сейчас тут может быть? Если мы доживем вот на этой лужайке, плюс молекулярку вызывать. Я просто не знаю, у него валун есть, нету? Наверняка же есть. Что у тебя там, гаденыш, а? Скажи-ка мне на милость. Так, он берет энергию. А ландшафты есть у него, интересно? Скорее всего, да. Так, мина. Так, на проверку, ребят, ставлю. Хотя можно... Не можно. Давай так оставим пока. Пускай тратит свой валун. Не может быть, чтобы у него не было валуна.
Очень интересно. Вот сейчас посмотрим, кстати, по поводу ландшафта. Взял он там или не взял. Все. А что он там мудрит? А давай так сделаю. И, например, вот так. А, вот он что. Для меня приготовил здесь, да? Так. Потом бы вот молекулярочку бы, ребята, вот прямо вот здесь вот ее. Ой, было бы так хорошо. Но нет. У него есть заклинашки. Сдвигает. Так, здесь понижает это. Ну да, нам нужна будет молекулярка, ребят. Раз он нам кактус забраковар, забраковал. Сейчас будем делать. Поехали. И здесь сейчас еще вытянем, да, карту. Плюс это все вот так вот сдобрим. Поехали. Ну, понятно, что ж. Вирус будет свой сейчас клепать. Все зомби получают плюс 2. Хорошо. Делает шамац. Ну, естественно, выбирает всякую энергию там. Сейчас будем смотреть, ребят, что он будет делать. Уничтожает растения. Мне выгодно, чтобы он тут тратился. Так что, а сюда я буду ставить потом новых, свеженьких. Так что, пускай пока тратится. По барабану абсолютно. А вот и вирусы пошли. Куда же без них-то? Так. Давай еще разочек качни. Еще вирус, пожалуйста. Безумие. Вот то, что нужно, ребят. Это фигня все. Эть, срабатывает у него ХПшка, да? ХП, конечно, ребят. Что еще может быть у него там? Да у него только заклинания остались. Что он там может еще сделать? Король под вирусами, что ли? Я не пойму. Слушай, ну скорее всего, да. Король будет под вирусами, ребят. Как тут лучше сделать, а? Давай, наверное, вот так вот поставим. Там уже посмотрим, что будет. Если он сейчас будет свои вирусы расставлять. Смотри, у него есть, ребята, что сделать. Ладно. И на этом все. У него больше ничего не оказалось. Этого превратит. Ну ладно. Так, ну что же, превращает. Есть у нас на него компроматик небольшой, так что можно не волноваться по этому поводу. Ох, что делает. Так, ну что, друзья мои. Во-первых, уничтожаем здесь. Поехали. Будет вирусы клепать. Ага, вон что у него есть. У него вон что, оказывается, было, ребят.
Так, виноградина. Ох, твою ж налево, а. Что будем делать, как быть? Так, так, и, наверное, вот так вот. Все равно какая-то фигня получится, ребят, сейчас наплодит ублюдков. Только не на воде, пожалуйста, только не на воде. Все на воду, ребята, он скинул. У-у-у, еще не легче. Один, надеюсь, у тебя придурок этот. Погнали, короче. Так что будем смотреть, что он там сейчас сделает. Нет. Ну почему, блин? Это, наверное, последнее, что у него там осталось, да? Ну, блок не будет, ребят, сработан. К сожалению. А туда что поставить? Да туда... Ну вот этот есть только можно было бы влепить. Откуда я знал, что у него там валун есть? Так, подожди. Блин. Мы проиграли, надо было другого кота брать. Достойный был поединок. Он мне даже не дал выбрать карты, прикинь. Твою налево. Ну давай, бесенок. 38 ранг. Достойно. Не, ну вот это лишний, конечно, да, ребят? Только не говори, что будешь сейчас на спортивной колоде здесь выступать. Не надо вот этого мне. На спортивной колоде, скорее всего, пойдет. Ты посмотри на бабаха, какой он скромняшка. Пальчиками такой. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Знаешь, какой такой. Сама скромность твоя налево. Ну что, как думаешь? Будет передвигать он его или нет? А вон он что еще делает? Двух амфибий ставит. Ну и ладно. Мы, главное, этого уберем. А вот дальше что будем делать? Так, у него, наверное, на пиратах колода, я так понимаю. Да вы издеваетесь, что ли? Да мне некого поставить даже, блин. Да какой пузырь? Нахрен мне ваш пузырь, блин. Вот этот дебильный пузырь, который сейчас поставить. Все, ребят. Элементарно из-за того, что у меня нет карт, я ничего не могу здесь сделать. Просто из-за этого. Ну как вот тут играть, ребят? Ну, 4 от минималки начинается, 4, блин. Здесь тут ничего не сделаешь. Дает он мне пизду. Да все, хана. Сейчас карту утягиваю, он меня уничтожает. Я же говорил, надо было брать другого, блин. Вместо картошки. У картошки не та колода, ребят. Вообще. Если у нас есть молекулярка, молекулярка должна работать не на таких здоровых картах. Бомбы там какие-то, нафиг это все нужно. Давай-ка мы попробуем лучше сыграть за зеленую тень. Может быть, здесь будет получше. Кто там? Замех? Тоже еще тут голодранец. Замех. Так, этот у нас... Что? Давай так поставим, фиксим. Ну, больше мне нечего поставить, просто за одну единичку нет у меня. А он, значит, решил сыграть на танцорах, да? Мы выкинуть его сможем, я вот не помню. Работает?
выкидывание на них или нет. Что-то он хочет замутить. А что? Давай так сделаем. Если у него есть валун, он сейчас думает, кого? Ага, вот он, вот этого все-таки уничтожает. А я бы, наверное, все-таки другого. Хотя... Ну и так еще сделаем. Почему я так и думал, ребята, что вот такая фигня у него есть? Твою налево, а? Всех одним махом. Короче, выкидывать его надо. Или выкидывать, или что-то другое делать. Так как... А, ну в принципе... Блин, ну заморозка на него не действует. На него ничего не действует, ребят. Вот в чем беда-то. Наносит урон. Ты охренел, что ли? И там, и сям. Короче, вот это потом в следующем будет. Горошина нет? Нет, не горошина. Так, ну с картами беда у него, я смотрю. Что он там поставил сейчас? 4-5. Ну. Какое-то заклинание 100% у него осталось. Ты прикинь? Еще и карту вытянет. А вот теперь, ребята, мы его сейчас выкинем. Да, мы его сейчас просто-напросто тупо выкинем. Так, и что еще можно сделать? Можно поставить вот так. И что-то кого-то, наверное, где-то заморозить. Ну, вот здесь вот заморозим, например. Кто там у тебя вылупится сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Нам его нужно сносить. И мы его снесем. Тут урона, конечно, он не получит. Ну и здесь, соответственно, тоже. Этого мы поставим на воду, да? Нет, 2 единички хп, ребят. О, смотри, что творит. Так, этого выкидываем отсюда. И сделаем еще вот так, наверное. Поехали. Два или меньше. Ну, вот этого, ну, ладно, фиг с ним. Даст мне. Дупляется? Так, что у него там? Я не помню, ребят. 3 единицы урона, по-моему. Ну, я ему не дам возможности воспользоваться. Серьезно, ты сейчас улетишь к чертовой бабушке на кличке. Это я тебе гарантирую просто-напросто. Ну и все, наверное. 5, 3 и 6. 11. Ну, ты можешь тут усиляться уже, тебе это не поможет все равно.
Бамс и добивающий. Повезло гаденышу опять, а. Ему просто, друзья мои, повезло. Но это ненадолго. Он не успеет воспользоваться абсолютно ничем. Ну да. Раскатываем. Все, ребята, он собрал манатки и смотал. Даже не стал сдаваться, просто... А, не, смотри. Я думал, он не завершит ход. Молодец, тогда... Тогда малорик. Так, ребят, ну что, еще один поединочек. Как говорится, на дорожку отыграемся. И будем завершать на сегодня. Черепашка ниндзя, ребят, я до Лиги Мастеров не добрался. Три звезды. Поэтому не будет нам завтра супер-пупер награды. Но зато попробуем буститься. Попробуем. Если опять же встану. Сейчас вон, половина третьего ночи, е-мое. Сижу тут, дринкаю. Так, ну что, профессор, нам, наверное, надо будет этого ставить на воду. 27-й ранг. Ну, давай посмотрим. Угу, есть у него, ребята. В запасике, так скажем. Кое-что, да? Я, наверное, ничего не буду пока ставить. Я не вижу смысла. Призрачек. Сразу же испугался, чувачок. Просто на изменку побежал. Так, ну что же тогда мы сделаем? Даже так. Ну, я так поставлю. Бамс, бамс. Так. Слушай, орех есть, у нас команда. Он не команда, да? Если я сейчас вытяну карту, ребята, я получу по зубам, и очень больно будет. Поэтому сделаем вот так вот. Ты серьезно? У него пират здесь, блин? Вы прикинь, пират, это, ребята. Ну как вот это вот, ребята, назвать не специально, если он сейчас будет его прокачивать? Одного вот этого. Ну ладно, мы его, наверное, откинем в следующем. На следующем ходу. Сможем же откинуть? По-моему, сможем. Должны смочь. 5 энергии, да, отлично. Но сейчас он звезданет мне еще разочек в лицо. Этот пускай там хоть что делает. Так, а вот здесь, скорее всего, уже, ребята, прочерк. Нет, не прочерк. Угу. Да не буду я, наверное, пока тут ничего тратить. Мы выкинули, да, этого чувачка, который зомбик-то? Блин, у меня 4 хп, у него 20, у него все здоровье, фул. У меня только что карт больше. Че там бубнят? Бомба, 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 бомба. Тимон и Пумба.
Ну, он сдается, походу, ребят. Угу. Он сдается, хотя у него выигрышное положение, по идее-то. Потому что у меня есть карта, ну ты сам видишь. Не очень-то чего и было. Но это какая-то неинтересная партия. Давай, ребят, еще одна. Потому что здесь все как-то вяло было. Вяло текущий процесс, скажем так. Джибус. Сейчас посмотрим, что у нас вот этот парнишка. Ох, слушай. Слушай, нормальное такое начало. Но опять же, ребята, я его побаиваюсь. У него если 3-1 вот этот вот, это будет плохо. Поэтому лучше бы, конечно, чтобы он его потратил. Ну, Зэмек, давай. Ну что, поехали. Я выставляю капитана вот этого. Адмирал морской Боб. А это у нас кто? Эй, игра, не вздумай вы... Это космический Боб. Спортивная колода, что ли, я так понимаю? Кстати, у Замеха очень даже неплохая, ребят, получается спортивная колода, если честно. Если честно, у него очень мощная колода. И вот сейчас вот, ребят, будет самый... Ага, наносит 2 единицы урона. И у него срабатывает блок. Капитан морской Боб. Ну зачем? Зачем еще то одного ставить? Скажи мне вот на милость. Зачем еще одного ставить, хламона этого, а? Не понимаю. И опять сейчас у него сработает, ребят, защита. Вот, вот он тратит, ребят. Не зря я сохранил вот этот вот, вот этого баба. Ух ты, капитан огурец. У меня разве должен был в колоде быть этот огурец? Ну что, давай ставь там своего тренера или кто там, я не знаю, там должен быть еще. Чё? Блин. Вот есть у него валун там или нету, как ты думаешь? Это что там у него, ХП или что? Я уже не помню, ребят. Вирус. Значит, ураганчик, ребята, нам надо впору применять. Так, сейчас будет бобовый, да, наверное, выстрел, так понимаю. Да, этого вырубаем. Одного, а тут все равно в лицо получаем. И вот теперь пошла действительно, ребята, серьезная резня. Так, выставляем этого. Как ты мне дурак, а? Опять с вирусом ты там? Нет, друзья, он не с вирусом. Ну, поехали. Только не говори, что ты опять сейчас ему в блок, блин, пробьешь. Он что-то там задумался. Давай, блин, быстрее. Дай бог в блок, ребят. Все, все, это уже... Это уже называется борзота, ребят.
Ну как нахрен можно, блин, в блок пробить? У меня, блин, нифига здоровья нету. Он мне все в блок метит, блин. Все, хана тебе, парень. Все, ему точно хана, ребят. 5 хп, защиты у него никакой нету. Он сейчас любого поставит, а дальше мы ставим этого и двух. Двух этих мелких предспешников, и он ему... Сколько там получается? 4 в лицо клепает. Тут по-другому нельзя с ними. Тут одного достаточно. Так. Так. И вот так вот. Все. Да. Это, ребята, игра предназначена для дневного играния, а не в ночное, как я. Когда у тебя мозги уже не соображают. Так, ну что, дорогие друзья, на этом все, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.